Значит, вчера позвонила своему бывшему муженьку сказать о том, что старший сынок приедет к нему на целый месяц погостить. На что получила ответ: а ты мне деньги высылай на его содержание. Я говорю: да ты что, милый мой, ну вот половинку алиментов тебе я отчехлю, 8 тысяч, а содержите ребенка как хотите, на эти 8 тысяч оденьте, обуйте, накормите, а купите ему вкусняшек, сводите, желательно еще куда-нибудь, и да, обязательно давайте ему еще карманные деньги на 8 тысяч. Это вы, мужчины, такие охренительно достойны, что вы позволяете своей бывшей жене говорить о том, чтобы она дала на содержание ваших детей еще деньги. Вы просто опупительные мужики в нашей стране. О! Так, подождите, я что-то совсем запутался. Или я что-то не понимаю, и так должно быть, либо я объясняю свою мысль. То есть, он платит алименты, потому что дети живут у бывшей жены. И теперь, когда один из его детей решил на месяц приехать к отцу, он, естественно, справедливо попросил: раз ребенок у меня, значит, ты мне плати эти 8 тысяч за этого ребенка. И она возмущается. А где здесь несправедливость? По-моему, очень даже справедливо. У кого ребенок живет, тому и платятся деньги. Или же нет?